Почетные жители Владивостока, ветераны и представители общественных организаций. По улице Светланской дружным шагом идет колонна города Владивостока. Приветствуем, друзья! В марте нынешнего года жители Владивостока голосовали за устройство еще несколько городских территорий. Это пешеходная тропа, двери здоровья. Зона отдыха, площадь спортивная зала. Скверы Матрос, Чемпионского, Пушкина, Сухо, Курачка. И наш город станет еще краше, еще уютнее. Разрабатываются новые крупные проекты развития Владивостока. Да здравствует Приморье! Да здравствует любимый город! Ура! По-своему этому празднику, но сегодня Приморье первыми встречает 1 мая. В Приморском крае большое количество муниципальных районов. И каждый район прекрасен по-своему. Звучит призыв быстрее, выше, сильнее. Это все о них. Встречаем самых спортивных участников первомайской демонстрации. Колонну спортсменов возглавляет коллектив департамента физической культуры и спорта Приморского края. Физическая культура и спорт в Приморском крае с принятием государственной программы развития физической культуры и спорта на 2013-2020 годы